Александр Байковый и Дмитрий Козловский из Санкт-Петербурга. Тренируются они у Артура Минчука, который, в свою очередь, тренировался у Тамары Николаевны Москвиной. И сама Тамара Николаевна тоже работает с этими спортсменами. Сейчас вот она выводит Байкову-Козловского на лед. И у них будет звучать сарабанда. Много ошибок в этом году у них. В прошлом году уверенно выступали, да, в этом чуть-чуть ошибаться чаще стали. Получит плюса, но... по бортам, потом сошлись в центре. Ну, такие правила, как бы ты должен сделать в зеркальном исполнении. Да, звездный час. Они сегодня... Лирический прокат. Да-да, чистейше откатали. Чистейше. Там, конечно, были помарки и какой-то еще. Но вообще с настроением все элементы были сделаны на плюсы или без плюсов, но все равно хорошо.